Давайте, может, свет немного включим, так будет повиднее. Рекси где-то кого-то убивает, я чувствую. Так, ладно, спускаемся. Там, наверное, где-то и Рексика найдем. Клиника, utility equipment room. Так, давайте мы включим. А, собственно, задание включен. Давайте посмотрим тогда, куда нам надо. Убежище 34, оружейное. Нам надо в оружейную. Окей. Бедняги. Мне их даже жалко там немного. Патроны. Не нужны никому. Так. Пистолет-пулемет. Короче, что-то ничего интересного пока что нету. А, собственно, вот дверь. Дверь, а, недоступна. Понятно. Верка, конечно, дает. Так, где же у нас оружейная? Где-то там наша оружейная, непонятно. Давайте заглянем. Ой, чья-то челюсть тут валяется. Шкафчик пусто. Вот мне кажется, что что-то здесь нужно будет взрывать. Вот чувствую. Хотя вроде квестов никаких там особо нету. Может, еще возьмем, найдем где-то квестик. Так. Военное обозрение. Металлический ящик. Пусто, пусто. Не знаю, что я залез сюда. Так, а где Рексик? Рексик, Рексик. Ну, я надеюсь, ты с нами на второй этаж перейдешь, на нижний. Ну, или куда там, вооружение. Оп, тихо. Норм. Дребезги. Так, сейф. Сейф — это хорошо, это интересно. Заперто средний, может, в сейфе хоть что-то будет полезное. Деньги на крайняк, не знаю. Пойдет. Весьма неплохо мы так в сейфик заглянули. Мне, кстати, все это понадобится. Как у нас тут радиации? Давайте мы антирадин еще один примем. И рад-икс тоже возьмем. Так, очередная дверь, опять лабиринты просто ужасные. Что ж ты прям так под пули лезешь? О, опять затопленные области. Мне это не нравится. Только не говорите, что там как раз оружейное. Это будет смешно. Нет, оружейное не там. Хорошо, меня это радует. Где-то на правильном пути, наверное. Ух, сколько... Воу-воу-воу. Там что-то взорвалось. Что-то взорвалось. Это у них там какая-то, не знаю... Способность. Фрагмент дневника смотрителя. И возьмем, почитаем. Очередной фрагментик. Интересно, что у них здесь случилось. Что за беда? Почему все так плохо? Ну, вот терминал. Давайте активируем. Так, нам надо... Наука. Дайджест программиста. Что нам нужно? Так, хорошо. Будет нелегко. Буду надеяться, что хватит как раз этих мне заглушек. Хотя я пока ни одной заглушки не нашел. Как ни странно. А, вот вижу одну. Да. Они
заглушечки так скобочками чаще всего, ну, или скобками, ну, или квадратными скобками, да, обозначены. Ну, что-то все. Вот еще такая маленькая одна есть. Ха. Печально. Печально. Это мне нужно типа сейчас угадать. Да. Не повезло с заглушками. Не повезло. Ладно, хорошо. Давайте тогда с окончанием попробуем. Нет, это не то слово. Хорошо. Headquarters. О! Ха. Метка. Метка. Что у нас здесь? Предупреждение затопления. Система обнаружила затопление на третьем этаже. Все двери, ведущие на третий этаж, автоматически запечатаны. Реактор. Система обнаружила повреждение реактора. Учтите, что на четвертом этаже высокий уровень радиации. Журнал. Наконец достанем, что обеспечит нам победу. Контроль над численностью. Система. Включить насосную станцию. Окей. Воду откачали, да, наверное, мы теперь? Посмотрим, что нам это дало. Верка, конечно. О, дверь вооруженная. Супер. Это хорошо. Там что, можно было куда-то свернуть? Нет, нельзя. Давайте мы, кстати, опробуем наше новое оружие, которое мы нашли. Q35 модулятор. Посмотрим. Still looking. По-моему, верку там потрепало немного. Блок сигарет. Ничего интересного у них, короче, нет. А, он говорит, он говорит. Мочи его, мочи. Офицер охраны. Это же елки-палки. Да как меня это... Так, нужен ключ. Ключа у меня нет, правильно? Нет ключа, правильно. Там, блин, еще рычат, кричат все. Где же нам теперь ключик найти? Пусто, пусто, пусто. О, а, нет. Пистолеты и пушки. Показалось, что там ключик сверху был. Верстак, письменный стол, финансовые расчеты. Так, аптечка. Заберем все. Дверь не откроется, да? Пистолет не нужен мне. Ключа не видать. Блин. Не получится так быстро, да, как я думал. Взять ее. Да. На первый так. Чисто нам надо пройти через вот эту дверь. Через которую пройти не так-то просто, как хотелось бы. Кстати, может быть, если... У кого-нибудь из этих ключик... Может быть, интересно. Ой, стимулятор. Заберем. Хорошо, что эти були хоть не стреляют. Антирадин тоже заберем. Почему бы нет? Может, или там, где-то на верхнем этаже у кого-то был бы ключик из убитых нами, да, ребят? Ладно, ну, я ничего интересного не вижу здесь. Надо уходить. Давайте посмотрим опять же на нашу, на наш уровень радиации. Съедим антирадин. Еще один. Хорошо. Заражение понижен. И Rad X. Ага. Второй смысла не было принимать, по большому счету. Привет! Ну-ка, давайте ему. Как-то не ахти. Не ахти. Думал, будет круче пушка. Блин, где же нам теперь искать тогда ключик?
Где же нам искать ключик? А, мы, в принципе, откачали. Ой, смотрите. Броня охраны убежища 34. Ну-ка, давайте возьмем, посмотрим, что это за броня, как она выглядит. Оружие, костюмы. Броня охраны убежища. Починить мы ее не можем. Пункт урона 10. У этой пункт урона 20. Даже не знаю. Но выглядит ничего так неплохо. Легкая броня. Шлем. Шлем охраны убежища. Шлем 3. О, наш покруче будет. Давайте мы починим наш шлемчик теперь. А, кстати, мы могли починить, да? Могли починить, по идее, боевую броню. А, нет, не могли. Ладно. Эх, пошли ключик искать тогда. Нам-то ничего больше не остается, кроме как рыскать в поисках ключа. А он может быть где угодно, абсолютно где угодно. Хоть прям на полу где-то лежать. У нас куда-то. Так, мы сейчас где? Где бы мы ни были, здесь мы еще не были. На пост А службы безопасности. Возможно, там был бы ключик. Возможно. Техник убежища. Так, письменный стол пусто. Шкаф. Пачка сигарет, пепельница. Там еще один шкафчик я пропустил. Надеюсь, что там ничего не будет. Что у нас тут? Офицеры охраны такие серьезные, ребята. Надо мне что-то принять. О, левел ап, отлично. Я всегда рад новым уровням. Так. Энергооружие давайте до 70 поднимем. Дальше. Что нужно поднимать? Дальше. Простое оружие неинтересно. Давайте науку и взлом поднимем. Ну, потихонечку поднимем до максимума. И взлом. Ну, и тот же красноречие тоже. И ремонт до сотни. А остальное давайте... Ой-ой-ой, нет, это я мимо. Остальное в энергооружие. Чтобы мы еще лучше стреляли. Так... Ничего интересного. Кстати, вот еще один терминал. Очень сложно. Понятно. Так, мы, кстати, можем этот шлем еще тоже. Ага, не можем. Ну, пусть будет. Починим потом свой шлем когда-нибудь. Ладно, надо... Надо по-любому использовать дайджест программиста. Мне хорошо, что много. Фрагмент дневника тоже возьмем, почитаем. Давайте, во-первых, я сохранюсь перед вот этим всем делом. Окей, теперь попробуем взломать очередной компьютер. Так, серия уже длится довольно долго. Но ничего. Я думаю, мы быстрее закончим. Выполняю я этот квестик до конца. Надеюсь. Да, выполняю. Ну, а там посмотрим уже. Так. Опять пока что мне не особо везет с заглушками. Вот это. И все, больше я заглушек не вижу. Ладно, будем пытаться наугад как-то все это. Одна буква только совпадает. Тоже одна. Значит, первая, скорее всего, С. Есть у нас еще слова, которые... О, нету. Блин. Нет, надо выходить. Что происходит? Что там произошло только что? Так, попытка номер два. Взломать терминал. Заглушка.
Ну, еще одна. Хорошо. Сразу в одном месте две заглушечки. Повезло. Но надеюсь, что дальше нам также повезет. И нам не придется перезапускать терминал в очередной раз. Хотя, вот еще одна вижу. Еще. Это хорошо пошло. Так. Еще одна. Ну, все похоже. Хорошо, давайте тогда... Ух ты, с первого раза. Фантастика. Предупреждение. Затопление реактор системы. Открыть замок двери смотрителя. Доступ разрешен, открываю. Так, журнал, что у нас пишут? Ага, понятно. Вечером мы атакуем. Короче, кто-то, наверное... Бедняга. Очередной бедняга. Так, где выход? Это из-за этих разворотов постоянных, когда кинематографичное убийство идет. Я все время теряюсь. А, где мне теперь найти дверь смотрителя? Но тут вроде бы нет ничего, да? То есть нам возвращаться обратно на самый первый, наверное, уровень. Мне так кажется. Может быть, там, где была надпись «Доступ заблокирован». Или «Недоступно», что-то там такое. Так, у нас... Снова уровень радиации поднялся. Надо было, я не знаю, взять с собой костюмчик. Сейчас я еще начну страдать какой-нибудь зависимостью от антирадина запросто. Так. Окей. Тут мы вроде бы были вместе, да? Раз трупы лежат, значит, мы здесь ходили. Но трупы мог оставить и Рексик, который постоянно от нас куда-то убегал. Так, затопление. Но туда мы не поплывем. Там тем более еще радиоактивная там вода. Фу, не хочу туда, хотя. Давайте попробуем. Может, там недалеко? Ух ты. Так, что здесь? Тут пусто. Выплыть наверх куда-то. Куда-то. Смотрите, а некуда выплывать даже здесь. Тут тупо ничего нету. Техник убежища. Пароль к терминалу службы безопасности убежища. А, не успел. Чуть-чуточку не успел. Но я знаю, где он. Давайте загрузимся. Загрузимся. О, боже мой, опять что-то рвануло. Ничего себе! Что вы здесь делаете? Ребятки. Какими судьбами вас сюда занесло? За вас опыт хоть дают? Да, дают. Ладно, попытка не пытка, поплыли. Да, мы убрали сразу оружие. Кстати, тут недалеко. Нет, не сюда. Давай сюда. Пароль к терминалу. Хотя, с другой стороны, мы все терминалы взламываем, но не суть. Что значит увидимся? Далеко собралась? Так, карта. Мини-карта. Иногда помогает, очень, правда, редко, первый этаж, оружейная, я даже не знаю. Ну, это мы сейчас возвращаемся, похоже. Открыть дверь в секцию смотрителя. Окей, нет, я тут не был, похоже. В секции смотрителя. Да, не был. А ну-ка, дружище, слови-ка ты парочку выстрелов в голову. Ух ты, хорошо пошло, хорошо пошло. Это да. Недоступна дверь. Так, что у нас тут? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотритель? Вот это вот смотритель. Ничего себе. Давайте добьем смотрителя. Ой, он слез со своей нычки. Давайте мы
Тихо, 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 смотрите, не надо, перестань. А нет, я его добил. Критическое попадание. Ну-ка. Пароль смотрителя и карандаш. Ничего себе такое. Значит, тут сидел смотритель с пушками. Так, терминал очередной. Ну-ка, что нам расскажут здесь? Предупреждение затопления. Журнал смотрителя. Понятно, что ничего не понятно. Многие погибли. Система. Открыть дверь оружейной. Доступ разрешен. Замок открыт. Все. Теперь можно идти в оружейную. Так, давайте спустимся сюда вниз, посмотрим, что у нас тут. А тут... Ох, тут много радиации. Очень. Что-то плазма ему ничего почти не делала. Дверь открыта. Идем, Биллс. Куда мы вообще идем? Нужен ключ. Блин, да что ж такое? Столько дверей, которым нужен ключ. Может быть, терминал открыть дверь реактора? Переадресовать. Включите реактор убежище 3-4, чтобы помочь фермерам из дольщиков. Переадресовать управление убежищем. А, так, СОС. Если кто-нибудь живой, нам нужна помощь. Кто-то... Спасите оказавшихся в ловушке обитателей убежища 3-4. Бомбу в бассейна. Когда нижний уровень затопило, двери автоматически закрылись. Моя семья и еще несколько человек оказались заперты за этими дверями. Если бы кто-нибудь передал управление на запасной терминал, я бы смог всех нас вывести. Пожалуйста, помогите нам. Журнал. Группа штурмовала, реактор поврежден. Так, переадресовать управление убежищем. Убежищем на другой терминал. Действие не может быть отменено. В соответствии с протоколом безопасности вы не можете произвести данное действие с этого терминала. Используйте главный терминал в реакторной, чтобы обойти ограничения, наложенные протоколом безопасности. Окей. Но у нас дверь реактора, по идее, открылась, да? Да, открылась. Мы сняли... Запрет. Что-то я поломал только что. Я даже не знаю, что. Что-то наступил стрёмное. Так, выключить внешнюю вентиляцию. Надо выключать мне вентиляцию? Наверное, не надо. Переадресовать управление убежищем. Счетчик выполненных заданий. Тяжелая судьба. Так, вы больны, серьезное радиоотравление. Пора антирадинчики принимать, родненькие, и Радикс тоже. Что мы там за квесты делаем? Наверное, просто я рано сюда опять же пришел, да? Пароль смотрителя... Так, фрагмент дневника. Вскоре вспыхнули беспорядки. Эскалация насилия привела к тому, что группа, ратовавшая за свободный доступ к оружию, штурмовала выход из убежища и покинула его. После... мне кто-то ремонт делает, извините, пожалуйста. После их ухода дверь была запечатана, ну, не у меня, а где-то сверху или снизу, не знаю, соседи какие-то. И на входе поставлена дополнительная охрана. Это оказалась гибельная ошибка. Отвлечение людей на охрану выхода уменьшило численность сотрудников службы безопасности, патрулирующих коридор. И мы оказались не готовы к организованной атаке на оружейную. Охрана отстояла склад, но не смогла предотвратить разрушение во время схватки. Был поврежден охладитель одного из реакторов. Так, начались, когда значительное число резидентов призвало ввести контроль над численностью. Предвидя, что ситуация может выйти из-под контроля, я распорядился, чтобы техники установили на двери оружейный запасной механизм, связывающий ее с терминалом в моем кабинете. Новость о закрытой двери разозлила группу жителей. Они заявили о своем праве на самозащиту и потребовали дать доступ к оружию. Я, естественно, отказал. Понятно. Правда, не совсем то, что я хотел посмотреть. Смотрите, а техник какой-то толстый. Живучий гад. Ну все, мы его добили. Без проблем. Пачка сигарет. Это курение в гулей превращает. Кстати, здесь докторский саквояж, пустой шприц. Все забираем. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, давайте мы... Так. Что? Гадина. Куда ты взялся?
Все, уходим. Быстренько уходим отсюда. Хватит мне заражаться радиацией. Забираем ключик. Ключик, в смысле, забираем то, ради чего мы вообще сюда пришли, и уходим. Уходим, уходим. Давайте мы сейчас немножечко стимуляторов приходуем. Так, дверь. Очередная дверь. Очередной гуль. Охранник убежища. Охранники что-то не очень, я понял. Очередной терминал. Так, шлем. Шлем мне не надо. Кстати, шлем, в принципе, можно забрать и соединить те два шлема. Так, журнал. Наконец, личный журнал, даже читать неинтересно. Кто меня бьет? Меня через стенку, по-моему, били только что. Ух ты ж, елки-палки. Офицер охраны. С офицером охраны будет сложно справиться мне, во всяком случае, в одиночку. О-о-о-о-о. Еще и сзади куда, ребята. Что же у вас так много там? Ну, в каким городе решил сделаться с вами? Так, хорошо. Критическое попадание. Давайте я выпью стимуляторчик какой-нибудь. Давайте мы, кстати, посмотрим. Во-первых, антирадин возьмем. Может, от антирадинов нельзя это в зависимость впасть? Так. Security. Это у нас дверь куда? Дверь никуда. Очередная недоступная дверь. А здесь? А где я попасть не могу по этой кнопочке? С ним произошло, или со мной что это произошло, почему он загорелся? Блин, да где вы беретесь, откуда вы приходите? Верка, ну что, что произошло, как ты пустила, подпустила ко мне этого гуля гадского? Где они берутся? Все, расплавили его, бедолагу. Так, а что здесь? Ради чего? Ради полицейских будней докторского саквояжика я сюда, наверное, шел, да? Все, больше здесь ничего нету. Эта дверь закрыта. Хорошо, теперь надо как-то вернуться. Каким-то чудным образом надо вернуться в... Как она? В оружейную. Вот, в оружейную каким-то надо чудом вернуться. На первый этаж, и с первого этажа мы как раз попадали в оружейную, если я не ошибаюсь. Давайте сейчас мы немножечко полечимся опять. Столько стимуляторов я использовал сейчас, кошмар. Так, радиация, давайте. И антирадин. Хорошо, что у меня антирадинов много, а то я тут... Коньки бы уже давно отбросил бы. Так, карта местности. Смотрим, где наша долбанная оружейная. Где-то аж там... Где-то там, непонятно где. Ладно, попробуем сюда пробраться к оружейной. Я не помню. Стоп, здесь была дверь, вот была дверь, точно. Не помню, конечно же. Я все время путаюсь в этих лабиринтах. Что, неужели эта дверь оружейная? Супер. Так. Взялся. Что, спавнится постоянно или что? Офицер охраны. Кританик. Критани ему в глаз. Кританул. Ну, как-то слабенько. У него теперь личка обгорела. Хорошо, вот она оружейная, то, куда я так стремился, так долго, и ради чего многозарядный гранатомет 40-миллиметровый. Это не мое, это не мое. Так, где то, что мне нужно?
ящик с боеприпасами. С4 берем, ящик с боеприпасами, патроны, магнум. Так, это у нас что такое? Всеамериканский. Интересно. Я хоть и люблю энергооружие, но интересно посмотреть, что же это такое будет. Так, ничего интересного нету. Ух, сколько доспехов тут. Боевая броня. Кстати, можно свою боевую броню починить. Шлемы. Топливо для огнемета. Не знаю, зачем я взял. Давайте возьмем этот. Броня охраны убежища. Может быть, сейчас сверху мы броню охраны убежища нарядим. Гранатомет. Нет. Гранатомет это точно не мое. Так. Да, кстати, сможем, скорее всего. Детонатор. Интересно. Топливо для огнемета неинтересно. Тут тоже ничего нету. Снайперская винтовка тоже уже неинтересно. Потому что мы мою снайперку продали. Полицейский дробовик. Еще одна снайперка. Ух ты, у меня тут прям вообще. Так. Карабины. Карабин стрелка. Карабин стрелка, наверное, миниган. Не нужен миниган? Мне просто не нужен миниган. Я бы с удовольствием бы попил-пил с миниганом, но нет, не нужен. Так, я что-то не вижу, где. Ладно, сейчас мы разберемся с вещами, которые мы тут понарывали. Боевая броня. Боевая броня Mark II. Чиним свою боевую броню. Да, больше ничем мы ее починить не можем. Шлем починили. Максимум броня охранника. Давайте броню. Ага, совсем такая. Все равно порожняковая выходит весьма, да? Броня охраны убежища. 16 пунктов урона. Шлем. А, шлем, короче, все в один соберем. Пусть у нас будет шлем. А может, кстати, а ну-ка. Нет. Расскажи-ка мне, боевая броня. Заберу-ка я у тебя боевую броню. И шлем бойца я у тебя этот заберу. Ты так симпатично тоже выглядишь, конечно. Но я думаю, так будет поприкольнее. Шлем бойца, шлем охраны убежища. Так. Шлем бойца. Вот так. Все, а ну-ка теперь одень-ка вот эту вот броню. Броня охраны. А, стоп, я могу тебе аж силовую броню отдать. Чего я парюсь-то? Действительно, чего я парюсь? А броня охраны мне тогда нафиг не нужна. Да, о-о-о, бабища. Где бы мне шлем тебе взять? Ты так смотри. Ух, так. Я что-то долго здесь слишком гуляю. Давайте мы антирадин. Ах, я успел. Антирадин. Давайте Радикс еще. Вы заработали способность свободный радикал. Не знаю, давайте посмотрим, что это за способность. Свободный радикал. Теперь антирадин действует более эффективно. Это приятно. Так, где ящик с оружием? Вот. Импульсный пистолет. Ага. Бонус урона роботам и силовой броне. Истощенная. Все, забираем. Все это мы забираем. Отлично. То, ради чего мы сюда шли, мы таки нашли. Так, ну вроде бы все. По-моему, да, ящик с боеприпасами, гранатометные выстрелы. Все, вроде бы можно сваливать отсюда, наконец-то, с этого проклятого убежища. Ох, как же мне здесь надоело. Жалко, нельзя выйти на улицу прямо вот так вот с этого убежища, первый этаж, из помещения. Так, стоп, где дверь? Где дверь? Я потерял, где дверь? Вот, собственно, дверь. По идее, да? Нет? Нет, не дверь. Блин, где отсюда выход? Как отсюда выйти-то? Не в ту сторону пошел. А, да, не в ту сторону пошел. Поворота этого не заметил. Так, ну это мы только на первый этаж убежища вышли. Как же нам теперь...
Вот сюда, наверное, да? О. Я надеюсь, что это был выход. Нет? А, да. Да. Очень на то похоже. Нет, сюда мне не нужно. Или нужно? Получается, что нужно. Окей. Больше не... Блин, Верка в этой броне такой толстой кажется. Прям аж противно. Нет, это не сюда мне надо, не сюда. Или сюда. Я уже, короче, что-то запутался совсем. Не помню, куда мне надо, где здесь выход искать. Кстати, еще бронежилеты эти. Нет, похоже, что здесь нету ничегошеньки. Блин, вот этих лабиринтов напрягло. Все это из-за того, что карта неудобная. Очень неудобная карта. Так, давайте посмотрим. А, собственно, вот он, выход. Пустошь Махао. Но как нам пройти туда? Стоп, тут ничего нету. Пост и... Блин, я ничего не понимаю. По идее, вот здесь вот должен быть проход. По идее. Угу, но он якобы завален, да? Мы по-другому здесь не проберемся никак. Наверх тут никак, да. Сейчас придется нам поблуждать еще. Ну, да, ребят, я пока что, наверное, на паузу просто-напросто нажму, пока я вот это выбираюсь отсюда. Ну, я думаю, вы уже поняли, что это займет довольно много времени у меня. Не все так просто, как хотелось бы. Убежище 3-4, оружейное, первый этаж, пустошь Махао. Или я могу выбраться все-таки? Нет, не могу. Пока она выглядела невозможно из этой локации. Первый этаж, оружейное, реактор. Первый этаж, оружейное. Может, через оружейную, хотя вряд ли. Ну, собственно, да, здесь... проход как бы закрыт. Наверное, не оружейная, как раз это пост охраны там был. Далеко не оружейная. Пустошь. Пустошь. Блин, как же отсюда мог выбраться? Неужели? Неужели я таки нашел отсюда выход? О боже мой, ну наконец-то. Ну наконец-то. Я прям вообще облегчение невероятное. Все из-за того, что там просто несколько этажей было, да, и по карте просто совсем непонятно, куда выходить нужно, да. Блин, очень-очень неудобно. Так, давайте теперь еще разок посмотрим. Где-то вот здесь вот должен быть уже выход наружу. Наконец-то я увижу небо. Небо, наконец-то я увижу над своей головой. Да, выход, выход. Да, вот, свет, я вижу солнечный свет. Будет смешно, если на улице сейчас ночь. Нет, свет на улице. День. Прекрасно. Просто прекрасно. Хорошо пошло. Фух. Ну, наконец-то. Так, ладно, ребята. Думаю, пора серию заканчивать, потому что уже и так придется мне, наверное, делить эту серию на две части. Потому что уж больно много времени все это заняло. И тогда уже в следующей серии мы продолжим. Пойдем сдавать полностью все задания, которые у нас были Братству Стали. Да? Как раз у нас все сейчас задания, сплошные заботы, в неведении. Можно вернуться. Плюс еще пистолет лазерный, долбанный лазерный пистолет. Можно вернуться в Братство. Все, пока что, ребят, с вами я прощаюсь. Говорю всем спасибо за просмотр. Всем пока и увидимся в следующей серии.